Всем приветик! Вот вас жду два пакета для распаковки косметики от Oriflame. На пакете я несу красоту. Давайте с первого начнем. Сама еще ничего не смотрела, покидала на пункте выдачи и все, ничего не проверяла. Так, итак, у нас здесь пена для ванны из новогодней коллекции. Cozy by Fireplace. Ванила. And cinnamon scented bubble bath. В общем, 300 миллилитров. Не знаю, как пахнет, но мне кажется, это пряником. Может быть, открыть потихонечку и маленечко сунуть нос, если у меня сейчас одной рукой получится. Нет, не получится. Он очень сильно закручен. Ладно, потом. Так, следующее. Что нам попадается? Пряник. Ой. Смешной, конечно. Такой забавный малыш. Ну, честно, конечно, мыться им, ну, я не знаю, он с ладошку меньше даже, да? Если только младенцу. Ну, а так вот декорировать подарок новогодний в кулечек, да, положить, и он так будет улыбаться там мило вместе с этим наборчиком. То прелестно. Следующий. Новогодний дизайн. Гелей для душа. Так, это у меня попадаются витамины омега за последний шаг новичка. Наборчики мужские. Так, еще один гель новогодний Камчатка. Вот такой крем для рук из новогодней коллекции. Красиво смотрится. Такой нежный дизайн. Следующий гель. Гель. Так. Следующее. Ну, гели я не знаю, как их комментировать от Oriflame. Они мне нравятся. Хорошие вполне гели. Вот. Ароматные. Аромат долго держится на коже. А уж новогодний дизайн. Грех не взять. Тем более по 99 рублей. Так, следующий у нас коктейль. Это за последний шаг новичка. Делаешь 100 баллов, и тебе дарят коктейль и витаминки омегу, да? Я сама не покупаю за свои деньги эту продукцию Wellness. Она, во-первых, очень дорогая. Во-вторых, я уже нашла альтернативу для себя. Намного дешевле и по составу идентичные и выходит гораздо дешевле. Это Сибирское здоровье, которые обзоры, которые делаю я на канале, можете посмотреть. Поэтому в Oriflame я беру только подарки за новичка, когда регистрирую новичка. Наборчик Joyce был розовый, там еще, по-моему, смягчающее средство. Это из другого наборчика смягчающее средство с мятой. Что могу сказать? Joyce не пробовала, но я думаю, что это обычная нежная розовая водичка. А смягчающие средства, мне нравятся у них только ароматы. Действие, мне кажется, подсушивающие. Там в составе компонент есть нефтепереработки, но как обычный вазелин. То есть для меня это ничего особенного. Даже наоборот, беру, взяла вот только, как бы сказать, из-за набора с парфюмом. Может быть, задарю кому-нибудь. И мылка. Пряник. Там человечек тоже. Ну, посмотрите, какая прелесть, да? Получается такой набор. Так, все в пакете. Только накладная. Давайте достанем второй у меня пакетик. Нет, несколько заказов было. Так, сразу там достаем коробочки. Золотая. Серебряная. Прелестные, конечно, такие коробочки. В них можно упаковать. Парфюмчики. Так, каталог. Нравится мне у них, конечно, каталоги смотреть. Они, как маркетологи, очень хорошие, кстати. Oriflame-овцы молодцы. Они так красочно делают каталоги. Прям, ну, стильно, да? Такая девочка. Парфюмчиком с новеньким.
Вот как не взять этот парфюмчик? Уже миллион парфюмчиков, а хочется все равно его ухватить. Итак, еще один пряник. Но это я детишкам буду формировать. Детишкам, которые будут к нам в гости приходить на новогодние праздники. Ну, под елочкой постоят, кто-нибудь придет, подарю. Так, пакетики к подарочным наборам, да? Несколько. Так, и... Так, Джойс, голубенький. Вот такой наборчик был. Venture Power. Это у нас был вот к этому шампунчику. Пакеты. Тоже из какого-то мужского набора. Какой-то спрей, в общем, парфюмированный. Давайте его сюда положим. Вот. Ну, естественно, у меня в чатах идет в Вайбере распространение Орифлейм, поэтому выставлю туда, может быть, девочкам кому-то понадобится. Купят мужчинам на подарки. Мыло. Камчатка. Кстати, можно вот скоординировать гелем. Скомпоновать. Так. Это... Я не знаю, что... А, это, наверное, по распродаже что-то у него было. Гель. Наверное, да. Я так думаю. Или нет? Так, Экла Мадмуазель, которую снимаю, к сожалению, с производства. У меня есть девочки, которые ее любят. Ну и себе, может быть, флакончик оставлю, потому что у меня, по-моему, ее нет. Так, и Мисс Чертани. Дезодорант. Вот у меня уже мужских средств.